названа причина смерти солистки The Cranberries. Вестминстерский суд в Лондоне 6 сентября озвучил причину кончины известной ирландской исполнительницы. Солистка ирландской группы The Cranberries Долорес Ориорданн утонула в ванне, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом пишет The Independent. Еще в январе текущего года Вестминстерский суд в Лондоне объявил о том, что причина смерти певицы названа не будет. Полиция заявила, что причина кончины исполнительницы необъяснима, но не подозрительна. Известно, что певица была найдена мертвой в ванной гостиничного номера в Лондоне. На момент смерти ей было 46 лет. Причина смерти артистки была оглашена после проведения ряда тестов. Смерть Риорданн была признана несчастным случаем. Ранее сообщалось, что в США на 77-м году жизни скончалась легендарная соул-певица Арета Франклин. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.